Более 300 проектов в рамках программы «Бюджет народного участия» реализуют в Алматы в следующем году. Прием заявок уже завершился. Стоит отметить, что программа набирает популярность среди жителей мегаполиса. За проекты проголосовало более 160 тысяч горожан, что на 31% больше, чем в прошлом году. Подробнее о реализации одного из проектов расскажет наш корреспондент Владислав Иващенко. В рамках программы «Бюджет народного участия» в Наурызбайском районе реализуют 40 проектов. И один из самых ярких – благоустройство пешеходной зоны в жилом комплексе «Шугыла». Двор преображается на глазах. Уникальность этого проекта в том, что в составлении эскиза и проектно-сметной документации принимали участие местные жители. Теперь их мечта, что недавно была на бумаге, превращается в реальность. В свою очередь, специалисты районного акимата оказывают большую помощь в доработке и реализации проекта. Мы уделили особое внимание каждому деталю. Здесь будут детские площадки, баскетбольное поле, воркаут-зоны, амфитеатр, мафы, элементы благоустройства, линии наружного освещения и автополивная система. Для уюта жителей были высажены более 1000 кустарников и деревьев, а также обустроены газоны. Все это стало возможным благодаря инициативе Манаса Махметова. Мужчина живет здесь уже более 5 лет. Реализация проекта продолжается, но жители ЖК уже наслаждаются прогулками по новенькой пешеходной зоне протяженностью 350 метров и тренируются на спортивной площадке. Завершить проект планируют до конца ноября. От себя и от жителей данного ЖК «Шугыла», конечно, довольны и хотели бы выразить благодарность, что мы услышаны местным исполнительным органом акимата Наурызбайского района. Хотел бы отметить, что получается нам, жителям, не надо далеко ходить. Во дворах есть мини-парк, можно сказать, нижняя прогулка, заниматься спортом на чистом воздухе. В большинстве случаев в рамках проекта жители города хотят установить или привести в порядок детские спортивные площадки, озеленить двор, сделать освещение. Стоит отметить, что финансирование программы «Бюджет народного участия» в этом году увеличили почти до 19 миллиардов тенге. Подробную информацию о проекте вы можете узнать на сайте budget.open-almaty.kz. Владислав Иващенко, Хани Калуов, телеканал «Алматы».